Да наверх. Так, ну у тебя по умолчанию, по идее, должно быть больше жизни, что ты оружие не меняешь. И, следовательно, тебе лучше их поменьше тратить. Помнишь, тут враг толстый. Пошли в обход. Да, замочил с другой стороны. Так, аккуратно прыгать, сейчас может. О. Меч. Меч? Не, не беру. Звездочки в следующем уровне. Жетух набрать. Ты прям на врага превратился. Аккурат, сейчас будет куча рыб. Все. Так, сейчас тут тоже рыбки. Ох, как ты их всех покромстал. Палка не нужна. Черт, ни хрена. Нужна палка? Да вроде нет. Палка нужна вблизи бить. Так. Да ты смотри, блин. Ну турбил. Так, я до тебя жизнь. И на мече пролетаю, да? Хотя можем попытаться. Да, лучше пролететь. Кстати, мыши еще. Ой, блин, летучие. А тебе звездочку дадут после меча, да? Да. Ну, так а она же у тебя как бы ты ничего не теряешь. А, в этом смысле? Да. Ну, то есть у тебя и так была звездочка. Тогда же врагов можно не делать. Так, скорпион. Ты такой медленный. Житуха. Нафиг. Убивай их. Ну да. Видишь, это... не надо вот эту. Я понял. Я пока одну жизнь съел. Да, не буду брать. Так, а тут я сейчас стою, сейчас буду отсюда играть. Ага, не отсюда. Тут сейчас рыбки. Ай-яй-яй. Вот твои две жизни. Так он сейчас на тебя, да, я получу.
Сейчас рыбки опять или что-то в этом роде. Так. Вот так. Да не, вот это не надо. Да ну блин, это опасно. Я случайно, я просто от них уворачивался. Нет, просто оно как бы... Чё он не идёт дальше? Сейчас тут хрень. Блин, спрыгни. О. О, меч. Меч выбрать. Там можно взять, кстати, блин. Всё всё равно палка. Когда там превращаться надо? Следующий уровень легкий, поэтому давай можно... Сейчас? Подожди. Да подожди, а сколько нам надо до конца? Ну, давай, чуть пройдем. Я мог бы взять еще одну жизнь в конце уровня. Да, их и так много. Блин. Сволочь. Ну что теперь? Перепрыгивать надо. Подожди, а меч на какой уровень нужно ставить? Или не надо оставлять? Давай, ладно, превращайся, может. Да тут конец уровня остался. Так, вверх, вверх, вверх. Пусть она развернется. Так, тут. Ну, в принципе, с мечом я босса за один удар должен убить. Ну, в принципе, да. Так, сейчас же босса не будет, по-моему. Будет. Нахрен. А, не, не будет. Ну. А, ну типа... Ой, ты... вот тут превратиться надо. Противный уровень, да ужас. Ну, не сразу, чтобы хватило. Ну да. Нафиг, мы тут жизни можем понасливать. Ну, короче, вот сейчас, я думаю, хватит. Все, лети вообще не останавливайся. Да, тут уровень, конечно. Да, ну нафиг. Тут тебе лучше пролететь дракона. Не бери. Да зачем? Стой! Хороший уровень. Чем тут еще жизнь у тебя будет. Блин, аж белый экран, блин. У тебя белый экран высветился? Нет. У меня аж белый экран высветился. Твоя жизнь? Они, ну, интересно. Они идут вверх на прибавление или... Да, идут. Ну, короче, все, тогда сейчас пройдем без контов. Не зарекайся, я знаю. Так, что это стало? Да блин. У меня какой-то хрена подмигивает эмулятор и отказывает управление. Тут есть сраный бэкграунд, чтобы... Так. Еще один уровень. Ну, противный. Может, дракончик пригодится. Но нету. Эти звездочки. Ой. Блин. Все, что я так далеко. Некого меня прикрыть. Так, сейчас вот эта хрень еще. Да, будет лететь. Не, будет прыгать. Бурь, я повернулся. Сейчас он простреляет.
Так, тут сейчас не прыгай наверх, пусть они... Блин, надо запрыгивать прям. Все. Тут опять сейчас эта хрень. Так, еще одна хрень, еще, наверное. Еще хрень. Все, еще хрень. Так, аккуратно. Больше нет хрени. Сейчас, наверное, еще тут будет. Сейчас жизнь. Да. Вот видишь, еще там было. Все, закончил. Еще вот эти вот. Я хочу сейчас перепрыгнуть. Не перепрыгну. У тебя еще 5 жизней. Босс. Охренеть. А, это этот. Да. Ну, это этот. Что, последний? В принципе, один босс сложен. Последний. Превращайся. Так, нафиг. Жизни нагреб. Так, а тут подожди. Зажми турбо. Прямо сейчас появится враг. Так, тут... Те звездочки надо брать. Теперь да. Когда будет? Сейчас. Ого. Превращаться? Да. Чтоб... Бери звездочки, да. Так тебе палка на босса, она не действует на босса вообще. Да. Поэтому зачем она тебе нужна? Не будет этого. Кого? Там враг так бегал. Конец уровня. По-моему, тут никого же нет. Да, никого нет. Короче, я вот так делаю. Ну, ты не попадаешь. Не попадаешь. Ну и теперь мы уже с таким количеством жизни должны, надеюсь, не будет рассинхрона. Подожди, жизнь. Сейчас еще будет. Так, бежь, да? За мной. Так, вот тут эти. Сейчас еще эти появятся разно. Конвульсия где-то. Так, эти сейчас будут под... Так, ты вверх. Так, черт. Все, улетело хрен. Сюда. Так, заключил. Так, помнишь, что тут приседаешь и бьешь? Не пошел? Прикрыл мою спину. Все, закончил. Так, сейчас еще эти не знаешь. Да. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, так, я прыгаю, короче, вниз. Не, не прыгаю. Да что ж такое? Мне эти хрени просто... Блин, опять это. Так, так, подожди, стой. Блин. Не спеши. Давай еще. Все, убивай этого нижнего. Надо... Так, подожди, жизнь возьму это. Ладно, должны пройти.
Это просто игра тролль. Не хочет скроллиться, а ты же вперед не идешь. Кому-то надо. А зачем так спешить? Так. Бьем. Бьем, потом перепрыгиваем. Да. Бьем. Сейчас должен сдохнуть. Все, прошли без контроля. Отлично. Ну что, думаю, должны затащить. Не, ну да, я думаю, все, хватит. То есть без контов прошли 16 минут времени. Все. То есть это будет готовое прохождение как раз. Да.